Хей, гайсеншмики, сегодня мы поиграем в поезда или спокойная смерть. Так, нажмите, чтобы играть. Язык русский, настройки уже сделал, как вы видите, на full экран. Давайте в середину сядем. Да, загрузка. Сидит такой, короче, смерть, да, чили. Телек с кошаком чилит, смотрит. Захотелось ему пожрать. Открывает? Нихера. Да, в холодильнике пока теплее. Приходит ему идея. Походу заказывают еду. Говорят, что еда стоит денег. Еда стоит денег? А деньги равно чемодан смерти. Или контракт. Хорошо, согласен, согласился. Пришел он, короче, на работу, да? Добро пожаловать в компанию Апокалипсис. Жнец, теперь ты подчиняешься мне. Так, осмотрись и принимайся за работу. Если по пути увидишь фастфуд, купи мне бургер, хорошо? Так, Тимазус... Застилает мой взор. Ха, взор понял шутку. Почувствовал ярость моей бороды. В действительности все выглядят иначе, чем оно на самом деле кажется. Не цепляйся за нечто бесполезное. В основном, если это бесполезная вещь, ты сам. Мои пациенты умирают прежде, чем я начинаю кричать. Если у кого-то добрые глаза, возможно, он смирительные рубашки. Я на сегодня же закрыл для всех. Не цепляйся за нечто без... Так это было. Скоро должны привезти мой новый ракетный молот. Хорошо, что у нас есть тут тепло. Ха-ха, все это меня очень убивает, делает меня сильнее. То, что меня не убивает, делает меня сильнее. Должен ли я отказаться от хорошего обеда, лишь потому что не понимаю процесс пищеварения? Я бы не смог есть один бананы на необитаемом острове, я бы съел сам остров. Мясная ножичка, вкусненькая. Я не на самом худшее, что может произойти. Так, а как мне... Ага. Первая неделя. Сколько здесь всего? 7 недель у нас. Младший стажер у меня, клиенты 0.30, черепа. Давай, поехали. Сегодня твой первый рабочий день, женец. Поэтому самое простое задание, с которым ты не напортачишь. Чертей отправляй на левый лифт, в ад. Людей отправляй на правый лифт, в рай. Это чё, этот? Из... мужик из мема? Типа дед болит сердце, или как он там? Приступай. А, в этих мышцах сила греха. Ой, тут на время. Круто, исчезай, ад. Прекрасно себя чувствую. Я заражен по самому неболу. Честно, это маскировочный костюм. Охота. Моя страсть. В моем рюкзаке пусто, честно. Мой костюм не идет. Вам тут новый правитель не нужен? Я устал от сверхъестественным. Я бы тем самым мальчиком. Короче, у нас здесь было сверхъестественное, потом правитель Кубани, или как там и страна называется. Это Эйнштейн. Верните меня обратно. Власть тебе погубит. Иди в рай. Эй, чувак, червяка, дыра у тебя в груди. Червячная дыра, почему у нас так? Меня прямо с утра убили. Верните меня обратно. Я обрел на... Так. Ногтями и перезался. Порезался? Да, хорошо, как... Видно, как ты порезался ногтями, что уже сдох. Жах. Обычно мне нельзя по... Но пока можно. Чего? Ну ладно. Продай место получше. Я в это тоже играла, да. Все равно за... Так, зарплата маленькая. Я вроде... Мне не страшен криптонит. И он поэтому сдох. У меня очень жаркая работа сейчас на этом костюме. Жрать как хочется. О, это знакомый. Хочу в Норвегию.
Работа выполнена. Прибытие готово. Оценка Б. Купить за... Подожди. Одноразовые эффекты. Получить 10 черепов в случае победы. Дополнительное. Так, всаднику, заказчику. Могу я повторить, переиграть и получить? Давай. Я хочу переиграть и получить С. Черный человек. Вот это был, конечно, немного непонятный случай. Типа дьявол с человеком. Так, по идее, я на С выполнил. На А. Ну ладно. Плюс еще плюс 10 прибыль. Да, не буду ничего покупать. Поехали дальше. А сегодня другие жнецы наткнулись на забавную вещь. И вот что я скажу жнец рогам. В попытках застать своих чертей в рай, Люцифер начал наделять людей своей демонической силой и рогами. Сегодня и отныне все, кто носит рога, должны быть отправлены в ад. Приступай. Так, ну это нужно быть внимательным. Нужно быть очень внимательным, обидим. Блин, мне так хочется... О, кровожадность. Привет, челик из Дума. Сегодня как-то много вот отправилось. Готово. На А с плюсом. Может быть, это последнее, что можно сделать. Вление всадников. Только всадник смерти и все. 200 лет назад я изобрел средство для травли тараканов, но оно повело себя совсем не так, как я задумывал. Вместо уничтожения средств вызвало рост этих тараканов. Эти гиганты прямо сейчас разрушают город, выполняя работу. Ха-ха, война. Мне нужно разобраться с этим как можно скорее. Отработай завтра в мою пользу, чтобы моя репутация не пострадала. Окей. Теперь уходи, награда после работы. Далее. Играть. Сегодня люди начали использовать оружие, жнец. Оружие — это такие опасные вещи, с ними в рай путь закрыт, как рот нашего жирного голода для здоровой пищи. Те, кто попадает к тебе с огнестрельным оружием или холодным, отправляй в ад. Вперед! Нужно быть... Бля, я просто молчу из-за того, что я хочу быть внимательным. Красный пистолет. Сейчас какое-то оружие немного убогое. Гитара... А, у него рога. Ай! Блин! Черт. Младший стажер повышен. Теперь я стажер обычный. Ага. Потрясающе. Знаешь, что сейчас приходит? Конфедераты заключают перемирие с федералами, и это нам на пользу. Жнец, конфликты прекращаются, и война останется не у дел. Но одновременно с этим к земле летит охранительный метеорит, в тот же самый регион. Я не предлагаю оставить его, потому что катастрофа — это всегда весело. Но нам нужны как можно сильнее его замедлить, чтобы метеорит упал уже после заключения мира.
А потери от такого события не так их значительны, как от длительной войны. Хочешь, так, приобрести билеты в первый ряд? На это потребуется шоу. Взносы. Так, пойдет Кронусу на небольшое лакомство с замедленным временем. Ну, давай. Вот и хорошо. А я вот сейчас сижу и думаю. Зеркало. Древнее проклятие, ломающееся обычно ход ход событий. Я не уверен, не хочу. Поехали. Ты знал ли, что средний человек носит из себя до 5 литров крови? А некоторые носят ее на себе, между прочим. Чтобы не испачкать пятнами... Так, такой белый и чистый рай всех, кто в крови отправляет в ад. Стартуем. Шериф, мне с закона это слишком. Стоп, я что-то не врубаюсь. Не, повторить. Нужно, чтобы он был зеленый. О, теперь нормально. Тупое зеркало испортило мне день. Нихера себе. Так, пистолет. Проходи. Кровь, рога. Проходи. Оружие. Рога. Ничего, проходи. Черт. Так, ну я, в принципе, прошел на... А, да. Уровень на 60 секунд короче. Шляпа и головной убор спасают от холода и от ветра, но здесь шляпа мешает нашим правильным решениям. Все, кто попадает сюда, могут так прятаться под шляпами. Рога — это признак ада. Снимай с клиента шляпы, чтобы быть уверенным в своем решении. День начинается. Все равно это. Уже... Чистый. Рогам. Это силач, если что, с церковью. Ну, у тебя кровь, в принципе. Чистый. Грязный. Это бандюга какой-то. Это Лакин, что ли? А, у тебя топор. Шляпа, рога, ад. Всё. Нихера себе, МЛГ очёчки. Так. Бедность. На один признак меньше на каждом клиенте. Понятненько. Играть. Один из самых кровавых дней, Жнец, наступает сегодня. Как много крови, так теперь нужно смотреть под ноги. Лужи крови, которые грешники оставляют под собой, явный признак плохих намерений. Вадим самое место. Начинаем. Ах да, приготовься к неожиданным катастрофам. Жнец, время на них ограничено, разберешься. Мне нужно еще на пол смотреть. Кровь. Ай, шляпа! Забыл! Кровь.
Катастрофа. Психи угнали автобус и своровали. Ганнибал Лектор, что ли? Перфекто. Вау. Вау-вау. Что нам выполнил, по идее, да. Потому что... Так, был стажером, стал... Старший стажер. Новые клиенты. Ну, они, я думаю, оружие не смогут же держать. Ох, тяжело ходить. Кажется, все дело в погоде. Завтра мне будет совсем тяжело. Хочу попросить тебя об одолжении, жнец. Отработать следующий день в мою пользу, хорошо? А не за просто так, конечно же. Окей. Еда на два раза. Ном-ром. Награда после работы. По намерениям голода люди открывали первое в мире предприятие быстрого питания. В перспективе без должности, привычки и знаний тысяча людей умирают от голода из-за долгого стояния в очередях. И еще больше людей от передачи кусток. Переедание вкусной, но нездоровой пищи. Не в наших силах остановить прогресса и естественный отбор, но не может... Так. Но мы можем на твои собственные средства запустить цикл передач. Нет, пирожок не нужен. Нет, пирожок не нужен. Который немного уменьшит потери в стане человечества. Как ты сможешь... Так. Как ты смотришь на такое, без сомнения? Ну, мне, в принципе, есть. Давай. Все очень здорово складывается. Ну, в принципе, он не подыхает, поэтому хорошо. Строгие правила. Дополнительное влияние чужому всаднику в случае поражения. Ну, поехали. Это твой первый выходной день, жнец. Хотя в выходные ты тоже работаешь. Сегодня для тебя сюрприз. Тематический день. Египет. Используй свои накопленные знания в окружении жителей Древнего Египта и выполни свою работу правильно. Приступай. Так, это не шляпа, да? Кровь. Мумия. Мумия, мумия. Ро-ро-ро. Ну это ж парик, нет? Так, оружие. Оружие. Кровь. Нормальное оружие. 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 Проходи. Кровь. 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 Нормально. Кровь. Нормально. Оружие. Нормально. Нормально. Оружие. Изи. Новые жители нашего ада. Плюс еще репутация этого жирнича. Так, бедность на один признак. Нормально. Вторая неделя, ребят. Ну, я думаю, в принципе, поехали. Твоя первая неделя закончилась, и в качестве приза мы открываем чистилище. На самом деле она была закрыта на ремонт, это просто совпадение. В чистилище попадают грешники, которые осознали свой неправоту при жизни. Сегодня и отныне отправляй в чистилище любителей клиента кровь под ногами, которая может быть смыта, как его в грех. Поехали. Ах да, чуть не забыл. Возможно, ты уже заметил, что иногда ты получаешь больше черепов. Это все твоя интуиция. Если отправишь клиента без манипуляций над ним, то ты получаешь дополнительные черепа. Хорошо. Чистилище. Ой, нужно было проверить шляпу. Вот это не могут как-то путаться, то что тут чистилище у нас есть.
Катастрофа. Атака Наполеона. Ой, теперь 35 нужно. Но я все равно выполнил на Е, да, где-то. На, ну ладно, нормально. Блин, давайте еще раз сыграю. Детектив я получил. Бедность. Еще раз сыграю для одного лишь вида. Это для того, чтобы получить новых клиентов. Вчера я его трогал. Вчера я его потрогал. Если это чёрт. Хотя хороший точно. Катастрофа. Вспышка игровых зависимостей после выхода Legend. Игрок Dota. Обычный заход. Через оружие. Чистилище. Ад. Рай. 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 Чистилище. Рай. Ад. Рай. Привет, Габен. Эх, ладно, зато новые клиенты появились. И они, походу, тут рандомны, да? Так, любитель FIFA, Габен, Дотер. Ладно, поехали дальше. 9-й день. Мы делим все, что в наших силах, чтобы помочь существам в этих заброшенной жизни. Люди считают, что кровь смывается только кровью, но мы дадим существам шанс. Если кровь с телой так оттирается, отправляй таких же в чистилище. Поехали. Я просто смотрю, есть у него кровь или нету. Привет, Жнец, это твой босс. Так как ты уже достаточно умен, то будешь помогать прикрепленному за тобой новичку по телефону. А, это твой обязательный... Так, это твоя обязательность. И он не обслуживается. Не обсуждается. Разберешься по ходу его... Подведи до меня. Так, до встречи. Привет, я твой стажер. Мне сказали, что я могу обращаться к тебе за помощью в спорте монеты необходим так. И тут как раз возникла необходимость. Вот описание. Сильно взволнован. Худощавый ждет заката. Теребится сок. Отправлять его в рай. Худощавый. А у тебя оружие, человек, сори. Да черт. Оружие. Рай. Чистилище. Рай. Влияй на его решение, я жду твоей помощи. Вот описание. Пытался попасть... Так, пытался попасть, обмочил штаны, просит воскрешения. Обмочил штаны, просит воскрешения. А так время тоже идет. Ё-моё. Вот это мне немного начинает раздражать, то что я начну путаться. А что будет дальше? Да,
Ладно, ну в принципе времени туда фига здесь у нас. Нормально. То есть у меня есть еще сколько? 4 минуты на все дается. Без плюсом. Завтра я должен вызвать катастрофу с хорошими для меня перспективами в будущем. Жнец. Запущу метеорит в планету, и люди в скором времени начнут сражаться за безопасные участки суши. Так вот, в силу моей занятости, желаешь отработать день в мою пользу? Давай. О да, во имя вражды и убийства. Награда после работы. Так, купить за уровень на секунду, короче, ну, в принципе, без разницы. Оружие не всегда приносит вред, жнец. Иногда его влияние не так явно, как может показаться на первый взгляд. Отныне все, кто находится в себе сил выпустить любое оружие из своих рук, должен быть отправлен в чистилище. Вперед, жнец! Снова призывается очень странным типом. Вот описание. Худощавый, так, чешет зад, машет рукой, танцует, думаю, его в чистилище. Описание. Попросил стакан воды, просит воскрешения, под ногами лужа крови. Грустит, отправить его в рай. Хорош, парень. Световой меч. Ладно. Счастливейший. Снова ошибся. Под конец. Вот завтра я буду выбрать, типа, не очень так легко. Описание... Ох, так. Чешет зад, хочет... Так, обниматься, хочет чашку кофе, отправить его в рай, да. Ай, боже мой. Ладно. Детектив. Уравнитель. Мои пациенты умирают, прежде чем начинают кричать. А это было, ладно. Так, мы все погибнем. Катастрофа на следующие уровни со второй недели, кроме тематического. Ладно, плевать, играть. Кто-то явно пересмотрел некачественные сериалы, жнец. Уже не знаю, почему адские признания должны быть настолько броскими, но если тебе попадается существо с красными блеском в глазах, не раздумывай, отправляй его их в ад. Ты приступай, а меня ждет Тардис. То есть дела. Ну, Тардис это... Как он? Доктор кто, да, если не ошибаюсь? А, ладно, точно. О, йоу, Иисус! Как дела? Каннибал. Ректор. Ага. Вот. Ага. Черт. Да. Одежда, так, кровавых пятнах, фанат Overwatch, чешет зад, думаю, его в ад. А в смысле, блин, ну... Было сказано, если он остирается. Ладно. Хорошо, глаза красные. Потерял интерес, ждет заката, сильно потеет, отправить в ад? Нет. А если у кого-то будет черный пистолет, и я его не замечу. Габен, сори, теперь в ад. Черт,
Блин, мне начинает... Ну, блин, ну это получается на Б просто выполнил. Ты поступил верно, хотя и предсказуемо. Сука. Убер мощный военный корабль Man of War прямо сейчас ведет ожесточенную перестрелку с пиратскими фрегатом. Как ты знаешь, я очень люблю пиратов, мы все их любим из-за непрекрасного черепа на их флагах. Но у них совсем нет шансов против попытных опытных канаривов Мановара и тем более против большинства королевских солдат, которых вмещает это чудовище. У тебя есть отличные шансы избавить нас от дополнительных хлопот, если мы вызовем сильный туман. Тогда пираты смогут уйти от обстрела и остаться живыми на кое-какое-то время. Для этого всего-то нужно совсем немного заплатить. Гермес Корм. За зелье тумана. Мы просто так вылим это в воду, и все случится так, как написано в инструкции на их сайте. Отлично, Шнец. Я рад, что ты в деле. У меня, в принципе, много, поэтому нормально. Лишь раз. Починка. Сломав лифт, его не... Блин, то есть лифт может еще сломаться? Ну, погнали. Отвечай, райский ход. Так, ответный райский ход. Как бы смешно это ни звучало, думаешь, крылья теперь признак рая? Как бы не так, белое свечение глаз, Карл. Ладно. Крылья — это ангельские штучки, но почему хотя бы не пимп? Имп. Итак, Женя, со два дня и отныне ты те существа, чьи глаза ты видишь чистый свет, красивый белый свет. Отправляй их в рай. Начинай. Так, показал паспорт, ковыряется в носу, так, грустит, огромные рога. Дам. Еще нужно было на него покликать. Чё-то я тупанул. Чистилище. Чистилище. Так, грустит. Обувь в кровавых пятнах. Ждет заката. Думаю, его в чистилище. Да. Какого? Почему? Что за бред? Те, которые говорят золотыми буквами, это, наверное, нужный диалог. Так, машет рукой фанат Overwatch, все тело в крови. Думаю, в рай. Нет. Ладно, я понял. Так, уравнитель. Судья, я теперь поняли. Я судья. В очередной раз чума и война затеяли простой, но эффективный способ развлечения. И теперь нам с тобой, Жнец, нужно бороться с этим. Проблемой чума организовала распространение вируса, замедление действия. Лекарства к нему добыть чрезвычайно трудно, и ради него люди начали убивать друг друга при поддержке войны. У них очень долгосрочные планы на этот счет, поэтому что без препарата вирус смертелен, но он не может мешать людям увеличить свои популяции. Во имя рациональности, Жнец, нам нужно расхреначить все планеты. Целиком, чтобы ликвидировать нашу будущую... Так. Будущую большую проблему зародыша. Ты в деле? Ну, да. Мы на коне, Жнец. Ты понимаешь, что ты у меня просто бабки забираешь?
Ладно, давайте тогда, я думаю, на этом мы с вами закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.